Варя, свинки любовь. Кого мы снимаем, это наша свинка. Ее зовут Луня. Она комик сейчас кушает. Вот смотрите, все, что у нее есть. Она такая милашка. Вон мой пальчик, кушай, кушай. Да. Вот такая у нас Лунечка. Она сатиновая у нас свиночка. Ей почти годик. Да. У нее в следующем месяце день рождения. Да. А, Лунясечка. Она у нас такая очень стеснительная свиночка, немножко еще боится громких звуков. Да, даже если я бабахну что-то. Да, надо поэтому осторожно. Луня, 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 Луня. Хочешь капустку? На, хочешь капусту? Вот смотрите, она любит капусту. И, кстати, иногда она хочет у меня из рук забрать, чтобы я не держала. Угу. Такая смешнюшка. Да. Вот она у нас приехала к нам 2 месяца назад в такой клеточке. Мы ей сделали, наш папа сделал вот такую лежанку, диванчик, как раз ей очень нравится. Сзади Луни. И еще не так давно к нам приехал вольерчик. Мы вот собрали ей вольер. И теперь у нее тут, конечно, свинская жизнь началась. Теперь она может свободно бегать. Ей, в принципе, очень нравится. Она вначале боялась, сидела, не хотела выходить на открытое пространство. У нее раньше был домик другой. Она не хотела из него выходить, потому что привыкла прятаться и боялась постоянно. И как-то никакого удовольствия же нет, когда ты не видишь своего питомца, правда? Да. Вот. И мы ей сделали такую лежанку. Сначала она была перевернута в виде укрытия. Но потом, когда мы ее перевернули и открыли... Пожалуйста, Масечка. Когда мы перевернули и открыли, она перестала прятаться. В общем, она боялась сюда выходить, а теперь она у нас выходит сюда, в этом вольерчике. Она тут и кушает, и бегает. Ей немножко, может, скучно, потому что она уже такая взросленькая относительно. Она уже не делает вот эти вот прыжки, не попкорнит. Такая у нас вот Лунечка, так что будем мы иногда показывать вот ее свинскую жизнь. Кстати, у меня еще 5 видео есть по нее. Да, если что, мы будем еще снимать видео какие-нибудь интересные. Видите? Чтобы вы смотрели, как она у нас взрослеет, что она любит. Кстати, она очень любит чухаться. И у нее есть расческа своя. Угу. Ну все, на этом мы пока заканчиваем, так что смотрите наши следующие видео. Всем пока! Всем пока! Вы на канале Свинки и Любовь!